памяти чернобыльской трагедии. 54 колхоза и совхоза были ликвидированы в результате чернобыльской катастрофы. Более 2500 квадратных километров сельскохозяйственных угодий перешло во владение диких животных. Дороги, проложенные человеком, необратимо превращаются в звериные тропы. Боль опустелых весок, закинутых земель. Как есть мы на этой земле, живы? Вроде есть, вроде живы, а вроде и нет. И панование природы у осяроддя без человека. Уже никогда не сможем жить здесь так, как прежде. Документальная стужка «Чернобыльские джунгли. Сафари в зоне». Фильм «Чорний бусел» на Беларусь 3.